Всем привет! Всем доброго утра! Время 7:00 у нас. Ветерок. 11 градусов тепла. Ну, днем теплее передали. 24, по-моему. Ну, ветер хоть поменялся. То дул северный, сейчас на западный поменялся. Ну, деревня еще отдыхает, никого не видно. Так, у меня уже гром подскуливает, уже есть хочет. Гром! Сейчас буду кормить кошек, собак. Всех буду кормить. Коты уже прибегали. Посмотрели, что я им ничего не вынесла, убежали. Сейчас пройдусь. Просмотрю все. Ну, в огороде все нормально. Сегодня мы будем полоть картошку. Вот, прополим. А потом я уже возьмусь за мелочь, так, по очереди. Но мне хоть отпадает теперь. Лук отпадает, все это отпадает. Морковка он вся у меня, видите. И морковка, и трава все позатянула. Все это нужно будет прополоть. У меня что-то сегодня работы много скопилось. Я хотела хлеб свой завести, спечь хотя бы булку круглую, большую. Кукуруза. Не видно кукурузу, он рядочками. Вон она, сзади. Два рядка так хорошо взошла. А что, семена свои, они схожие. Тоже ее подтяпаем. Ну, здесь все нормально. Все растет. Здесь тоже арбузики выпрямились. То их ветром наклонило в другую сторону. Сейчас все нормально. Выпрямились. А дыни посмотрела с огурцами. Хоть поливай. Видите, земля. Ну, уже вечером. До вечера будем поливать. Потрескалась. После дождя. Надо и тоже подпушить их. В общем, пошла я в дом. Меня там куча дел ждет. Ну вот, картошку пропололи. Час, наверное, затратили. Я с этого края. Муж с другого края. Посередине встретились. Все, пусть растет. Так, вечером еще надо взять лопату. И вот эти лопухи срезать, потому что уже их не надо. Они разрослись. Здесь вот под яблоней. Вот здесь вот. Здесь никак не пропашешь это место, потому что здесь была яблоня. И, ну как сказать, еще корни живые, и вот лезут, вот эти дички лезут. И никак оно не это самое. Как извести, не знаю, чтобы освободить это место. Но лопухи вечером надо это лопатой сбить. Ну все, теперь пойду в дом. В доме. Чай попьем, и надо на хлеб завести тесто. Там, наверное, уже внучка проснулась завтракать. Кормить всех завтраком. Вот такие дела. На завтрак у нас пельмени решили сделать. Тесто оставалось и со вчерашнего, фарш. Ну а что, проработались? Что-то есть захотели. Будем варить пельмени.
еще вот прополола морковку, хотела ее проредить, но не стала, потому что какая большая, какая только всходит, какая совсем не взошла, что-то мне не нравится, как она взошла. Вот, междурядья я прошла, такая у меня это узенькая тяпочка, я и междурядья прошла. Ну, а в самой морковке травку повыдергала. Ну, как подтянется, сравняется, тогда я буду прореживать ее, чтобы она не была густая. Я всегда так делаю, пусть она это подрастает еще. Между делом еще поставила вот хлеб печься. Заглянула, ну начинает подрумяниваться. Я сделала такой отрывной, типа ромашки. Вот. Ну еще пусть печется. Ой, хлебушек спекся. Сейчас надо мне его отсюда извлечь. Вот такой здесь румяненький. Ой, горячий. Вот такой здесь красивенький. Сейчас я его накрою полотенчиком. Пускай отходит. Сейчас, видите, он пока еще это. Ай, горячий. Все. Это все. Все до обеда это сделано. Второй час дня. Что-то я устала. С вами прощаюсь. До новых встреч. Всем всего самого-самого доброго. Всем здоровья. И всем пока-пока.